Михаил Михайлович, добрый вечер. Антон Буялов, Телеспорта. Ну, собственно, главный вопрос, в чем основная причина поражения, в чем вы уже успели разобраться, ну и, соответственно, со стартовым составом были ли ошибки? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень бледно выглядели в первом тайме, были не похожи на самих себя. Те моменты, о которых проговаривали и тренировали, самое главное, на сборах, то, что у нас достаточно хорошо получалось. Сегодня, к сожалению, не получилось, от слова совсем, в первом тайме. Во втором произвели ряд изменений, добавили скорости движения и по-другому смотрелось. Спасибо. Ну вот, не угадали со стартовым составом? Чего решили? Ну, потом команда стала по-другому действовать после замены. Ну, всегда, когда происходят определенные изменения, команда по-другому на них реагирует. Спасибо. Еще вопросы? Стиль игры «Динамо» достаточно известен, высокий прессинг, особенно в первой половине. Знали ли, мы готовились, разбирали их технику, и что могли противопоставить, что, может быть, не получилось против этого высокого прессинга сделать? Безусловно, готовились, смотрели матчи последние на сборах, отталкивались. И те моменты, которые мы достаточно хорошо проводили в последних играх с хорошими соперниками, то, что у нас получалось, но очень много невынужденных ошибок, очень много простых потерь и очень много, то есть соперник был первый на мяче всегда, единоборство, которое мы уступали, вот эти нить игры, инициатива, хотя начали достаточно неплохо, первые 10-15 минут, в принципе, мяч был у нас, и подходы определенные были, потом в первом тайме инициативу отдали, и первый мяч, который мы пропустили, когда игрок соперника спокойно и свободно заходит в штрафную, и никто не вступает с ними в единоборство, конечно, это так нельзя. Поэтому, если хотим, и сейчас сказали ребятам, хотим биться и грызться за места, то так, конечно, брать автографы у соперников нельзя. Спасибо, да. Михаил, добрый вечер. Вот если вспоминать прошлое, первую половину сезона, то «Локомотив», скажем так, условно или относительно, начал на негативной ноте, а заканчивал на позитивной. И результат — четвертое место. То есть было понятно. Сейчас по сегодняшней игре было видно, что как бы «Локомотив» возвращается опять в первую половину, в первую часть сезона. Вы сейчас вот для себя конкретно как бы видите пути вот как бы из выхода, что, вернее, выход какой-то определенный, чтобы не случилось, что опять было несколько игр таких удручающих, а потом опять где-то поймать позитив? Ну, каждый матч — это отдельная история. И самое главное, что вся борьба еще впереди, очень много матчей впереди. К каждому из матчей надо подходить ответственно и дисциплинированно. И все, безусловно, должны понимать одно, что просто так никого не обыграешь. Что в каждом матче надо биться, пластаться и академически начинать. Соперник тебя накажет. Поэтому вот здесь, в этом плане, в этом отношении, безусловно, надо сделать поправки. Но еще раз повторюсь, что матч проигран, но все сражения впереди. Как я уже сказал, за каждый матч будем грызться и цепляться для того, чтобы двигать команду вперед. Спасибо, коллеги. Если нет вопросов. Михаил Михайлович, добрый вечер. Сергей Погонов, сайт Матч ТВ. Михаил Михайлович, у «Локомотива» в этом сезоне есть тренд на то, что команда не самым удачным образом проводит первые таймы, но преображается во вторых. Сегодня, по сути, вы видели, например, то же самое. С чем это связано? Как бы делайте акцент на том, что, может быть, стоит в первом тайме начать более внимательно, дисциплинированно, просто команда допускает ошибки раз за разом. Но вы думаете, мы об этом не проговорим или говорим, начинайте неответственно, недисциплинированно? Ну, естественно, есть такие моменты, когда достаточно неплохо начинаем, но допускаем определенные ляпы, когда соперник может воспользоваться этим. Поэтому вот здесь более надежно и дисциплинированно нам надо быть во всех отношениях, во всех линиях. Это же не говорит о конкретной линии игроков обороны. Команда обороняется, начиная с игроков атаки. Да, поэтому вся, безусловно,
группа игроков атакующих, средняя линия, группа игроков обороны, которая должна быть внимательными и сконцентрированы в каждом эпизоде. Но опять же, это мы ни в коем случае не там, обвиняем наших игроков или там, перевалим на кого-то вину. Это, безусловно, наша общая тенденция, которую нам надо поправлять, исправлять, потому что в нашем составе есть, безусловно, высококлассные футболисты, которые должны вести игру, да, вести и не терять нити игры для, в простых ситуациях и исключать такие простые потери. Вот к этому и нацеливаем на это наших игроков. Один спорт онлайн, Егор Старгуев. А вот сегодня было большое количество болельщиков, большая фанатская группа. Насколько она помогла вам вернуться в игру, насколько вы чувствовали поддержку? Ну, надо сказать большое спасибо, что тем болельщикам, которые, ну, нашим, в первую очередь, футбольным клубом «Локомотив», которые пришли нас поддержать, и, безусловно, было приятно слышать. А самое главное, была вообще футбольная атмосфера, и на стадионе большое количество болельщиков пришли, и московского «Динамо». Поэтому приятно играть, когда стадион заполнен, и достаточно уютно, поэтому прекрасная, шикарная атмосфера.